В белорусских школах стартовала патриотическая акция «Урок памяти». Подросткам рассказывают о героических страницах нашей истории, Великой Отечественной. Напоминают хронологию тех событий – начало войны, оккупацию, партизанское подпольное движение и освобождение. Белорусов ждут длинные выходные. Нерабочими будут 30 апреля и 1, 2, 3 мая. Однако за понедельник придется потрудиться в субботу 14 числа. Кроме того, с 7 по 9 объявлен еще один дополнительный уикенд. Организации в зависимости от специфики могут переносить рабочие дни в другом порядке. В стране ночью 22 апреля могут не работать карточки. Перебои будут с 3.20 до 6.30. В этот период не исключено, что пользователи не смогут снять деньги с банкомата, воспользоваться устройствами самообслуживания и рассчитаться в магазинах или на заправках. В республике объявлен оранжевый уровень опасности. В прогнозе сильные дожди с грозами. Ветер местами порывистый. ГАИ призывает автомобилистов быть осторожными на дороге, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а пешеходам использовать светоотражающие элементы. В Бобруйске подорожал проезд в общественном транспорте. Цена билета выросла на 10 копеек. Сейчас квиток стоит 80. Карточка на автобус или троллейбус на месяц обойдется в 35 рублей 5 копеек. За декадный проездной придется отдать 12.32.